Так, всех приветствую. Сегодня у нас неочередная распаковка. Такая вот посылка. Здесь, честно говоря, не знаю, что. Все, сюда он влез. Сам телефон. Чуть-чуть пахнет. Запах небольшой есть. Карточки сюда все поместились. Единственное, что магнитик слабоват. Может, я... Хотя нет, разработался. Вот, это первая посылка, вторая немного интереснее. Давно я не заказывал. Так, кстати, здесь даже гребочка есть. Ну, не такого существенного. Так, это первая за последнее время посылка. Так. Тут плеер. Вот. В таком кейсе заказал 2 штуки детям. Обошлись они мне 1500 каждый. 16 гигабайтов встроенной памяти. И можно еще карту памяти вставлять на 32. Коробка не помялась. Так что мы имеем вот такое вот удобное устройство. Кстати, вот здесь вот единственный минус. Углы заточенные такие. По отзывам некоторые даже царапались. Ну, это ерунда. Можно пройтись наждачкой. Так, в комплекте у нас наушники. Ну, судя по отзывам, они отстойные. Кабель для зарядки. Инструкция. Инструкция у нас на английском языке. На русском, кажется, не знаю. Да, и китайский. Ну, мне кажется, все понятно. Не знаю, вот с ключом, что здесь будет. Будет ли какой-нибудь? Поздоровался он. Так, ну. Что-то по-китайски поет. Кстати, звук реально довольно неплохой. Даже... Здесь можно песню. Можно. Русский. И русский тоже можно. Да, он разряжен. Аккумулятор, что неудивительно. Нет, в принципе, вообще. Мне нравится. Звук хороший. Я попробую наушники, но наушники я сразу думаю, что это полный отстой, как говорят. Попробовал в наушниках. В наушниках тоже звучит довольно громко. Я выключу звук, это мне YouTube забанит. Там здесь можно смотреть фотографии. Ух ты, тут даже какие-то фотографии есть. Вот. Разобрался с этой игрушкой. Здесь вот, если на русский язык, здесь можно все регулировать. Вот установка. Под себя можно настройки менять, дату, время ставить. Тут еще, ну, их много, я не вникал. Электронная книга. Здесь даже можно книгу читать. Ну, тут китайские варианты какие-то. Так. Дальше, ну, я показывал. Тут диктофон, музыка, видео, изображение, FM-радио. Я попробую радио, нормально так. С наушниками ловить только. Вот меня вот режим будильника удивил. Будильник. Вот время сейчас вот без 15:09 точно. Так, мы листаем. Секундомер. Секундомер мне как-то особо не интересует. А где же сам будильник? Так, громкость. Ну, тут, видимо, они так написали, потому что я не могу найти здесь будильника. Хотя функция была бы неплохая. Домир. Может, так перевели? Я не знаю. Но, в принципе, мне довольно понравилось. Единственное, что я говорил или не говорил, что в этом плеере в одном 4 гигабайта памяти, в втором, как полагает, 16. Но я писал продавцу. Кстати, тут Music Player называется. No Name. Везде No Name. Даже когда втыкаешь компьютер,
Он отображается как no name. Ну, в принципе, обычно китайский. Такой вот. То, что написано. Да, лучше для музыки. Ну, за такую цену, мне кажется, вполне нормально. Единственное, что обманули меня с параметрами карты. И ничего больше здесь нет. Ну, хотя бы карту запихали. Есть слот для карты памяти, есть. Не есть лишнее, сюда вставлю. В принципе, ребенка, что там, 4 гигабайта хватит. Который будет книжку слушать еще Гарри Поттера. Любой будет слушать. Чу я ему любые. И здесь вот удобно. Через просмотр папок. Заходите вот Music. И он, самое интересное, что он запоминает, где ты был, в каком месте. И оттуда начинает. Вот здесь я вот это слушал. Ну, проверял. Когда. Вот это любимая детская группа моих детей. Чуть позже я, скорее всего, выложу уже обзор полный. Не то, что полный, как он, сколько хватает зарядки, все расскажу более детально, когда попользуемся мы этим плеером. Единственное, вот, да, здесь проблемы с углами. Они очень довольно-таки острые. Их надо будет наждачкой подточить. А так сегодня у меня довольно-таки неплохие посылки были. Давно не было у меня такого более-менее серьезных вещей. Сейчас на улице погода не очень. Что у нас там? То снег, то мороз, то дождь. На природу не выйти, нигде не поснимать. Поэтому вот таким вот развлекаюсь. Коробочка, кстати, мне кажется, на подарок он даже пойдет. Ссылка будет на товар в описании. Не забывайте пользоваться IPN сервисом, когда заказываете что-либо. У меня ссылка тоже на этот IPN будет в описании. Вот на этих двух плеерах я сэкономил $2. Или 3, или 2, я не помню. Вот мне вернули $2 мне вернули. Понемножку копится. Потом эти деньги можно вывести. Что я иногда и делаю. Небольшие, но зачем отдавать деньги? Буржуем. Хотя они не буржуи. Кстати, плеер ничем не пахнет. Жалко, что единственное, мне не нравится, что нет чехла. Был бы чехол, был бы вообще здорово. Черненький такой. Написано, что на 40 часов хватает. Но вот как раз проверю. И в следующем видео, когда где-то через месяц я его буду еще раз показывать. Все.